Средний размер взятки в крае за год увеличился в 18 раз. Об этом сегодня заявил главный прокурор края Михаил Савчин. Больше всего коррупция процветает в таких сферах, как землепользование, ЖКХ, лесное хозяйство и распоряжение государственным и муниципальным имуществом. В этом году прокуроры выявили почти 6500 нарушений. Михаил Савчин отметил, что количество взяток сократилось, но при этом увеличился их средний размер. В прошлом году сумма составила 25 тысяч рублей, в этом 444. Такой рост произошел за счет громких дел. Например, бывший замминистра экономического развития края Надежда Маршалкина получила взятку в размере 14 миллионов, а депутат Заксобрания края Владимир Седов – 1 миллион рублей. Михаил Савчин прокомментировал решение горсовета лишить Сергея Суртаева депутатского мандата, а остальных – помиловать. Напомню, четверо народных избранников нарушили федеральный закон, не предоставив вовремя декларации о своих доходах. Наши требования удовлетворены, совет принял свое решение. Они решили, что наиболее виноват из четырех оставшихся депутатов депутат Суртаев. Ну что ж, пусть так тому и быть. Дальнейшие действия прокуратуры, они будут обусловлены следующей декларационной кампанией, которая начинается у нас фактически с 1 января 2017 года.